Итак, здравствуйте, уважаемые любители около киберспорта. С вами творческая студия оператора Танки Онлайн. И мы приветствуем вас на нашей еженедельной рубрике под названием «Убей админа». В очередной раз игрокам предстоит пройти через огромную защиту из модерации и помощников проекта, чтобы убить Фортуну. Призом же после убийства будет 10 скинутых голдов, которые модерация, к слову, не будет ловить. Сегодняшний выбор модерации пал на карту простор. Модерация получила довольно огромное количество времени, чтобы заминировать, и вот сверху можно наблюдать, какое изобилие мир ждет игроков на подступах к красной базе. И вот теперь уже игроки зашли на эту карту и будут пытаться попытать счастье убить Фортуну. А я вас спешу обрадовать, у нас сегодня отличные новости. В конце данного стрима будет разыгран инвайт на закрытый тест Танков X, чтобы вступить на розыгрыш в инвайт, вы должны написать в чате восклицательный знак и слово инвайт. Но, внимание, сделать это нужно только максимум два раза. Если вы сделаете это больше двух раз, вас выкинут из списка на розыгрыш инвайтов. Так что вот так вот, ребята, участвуйте, и, возможно, именно вы выиграете инвайт на ЗБТ. Кстати, там сейчас идет новое задание, и все, выполнившие это задание, получат уникальную красочку, так что это двойной стимул получить инвайт. Итак, а теперь, наверное, мы перейдем ближе к действию, которое у нас происходит на карте. Происходит у нас на карте ровно ничего, пока что, кроме того, что Бесок на рикошете зашел на базу соперников и прямо с респов погоняет наших игроков, мол, идите в атаку. Я напомню, что он играет в модерской краске, кто не в курсе, она защищает от всех пушек. И вот Бесок был вынужден ретироваться, все-таки огромное количество игроков на респе не позволило ему долго задержаться наверху, спрыгнул вниз, чтобы сохранить свою жизнь. Довольно правильное решение. А сейчас мы, скорее всего, будем наблюдать долгое-долгое рвение игроков через пулеметные очереди, через рельсы, попасть через центр хотя бы к какому-то из заходов. Я напомню, что все заходы очень тщательно заминированы, и вряд ли в ближайшее время модерация будет убита, так что если вы нетерпеливый игрок, или вы просто хотите увидеть результаты по инке голдов, то возвращайтесь через пару минут. Пройдемся, пожалуй, по составу игроков. Вижу я Анонимуса и Месть Джерри. Если не изменяет память, эти ребята участвовали в прошлом убей админа, кстати, довольно продуктивно. Ну, раз я их запомнил, значит, это уже продуктивное участие. Кроме того, можно выделить Аптот онлайн. Я так понимаю, что он стоит на рельсе у нас с ПДшкой. Выбрал этот игрок пассивный стиль игры. И, видимо, только Бесок заставит его выйти из собственной базы. Прочие игроки... Как же я мог забыть, Биди Корец у нас на карте наблюдается, Wild Bodyguard и Сейд 18, кстати, Wild Bodyguard, если я не ошибаюсь. Я надеюсь, он меня подправит, если ты меня слышишь. Играл раньше в клане Дов. Так что опытный киберспортсмен. Я надеюсь, что это опытный киберспортсмен, простите меня, Дововцы, если... мне тут в чате показывают, что Украина рулит, это тоже наш прошлый участник, спасибо, да? В прошлый раз я говорил, что нельзя произносить этот ник, и вправду это очень политический ник, так что да, парень, ты прав, извини, ты был незаслуженно забыт мной. Вот Анонимус будет разминировать левый подъем для синих, отличное использование аптеки, благодаря которому смог он сожрать 5 минус, если я не ошибаюсь, возможно больше. Довольно активно со мной общаются игроки в чате, очень приятно. Wild, если... Ну, я уже понял, что ты меня слышишь, но поправь меня, если не так.
ты же был вдов. Это, по-моему, я это точно помню. Пытаются игроки сейчас наладить связь по скайпу, если я правильно понимаю чат. Хотят они как-то более скоординированно заходить, и что же, это правильно, около киберспорт должен переходить на новый уровень, и игроки должны со временем уже бить рекорды и убивать про фортуну за 10 минут, за 15. Посмотрим, как они преуспеют в этот раз. Вот сейчас Бисока надо слить с респов, чтобы ничто не мешало зайти в атаку. И, видимо, у Аб... трудный ник, Автобот онлайн, видимо, Автобот. Автобот онлайн не справился с этим в первый раз, но при помощи Мейза Джерри, Анонимуса и, скорее всего, прочих своих... Нет, его кинули. Остался он один на один с рикошетом. Ну что ж, не будем мы так долго обсуждать эту дуэль, тем более вряд ли она приведет к чему-то хорошему. Но он так другое добьет. Добьет у нас Бисок. Кстати, Бисок, как ни странно, лидирует по количеству смертей. Я предлагаю перевести наше внимание на левый фланг. Тут профессор Альбус Дамблдор в очередной раз на пару с Тасовым отрабатывают целый фланг. А на этот раз, кстати, это Тасов на рельсе, что довольно удивительно для меня. В прошлый раз я напомню, что, ну, опять-таки, если я не ошибаюсь, в два вулкана стала модерация. Один был как раз-таки профессор Альбус Дамблдор, второй был Тасов на вулкане. Но, видимо, правый фланг модерация решила оставить только на рельсу в исполнении, точнее, только на смоку. Издалека не сразу разглядел в исполнении Биг Танкса. Так что, игроки, если вы меня слышите, возможно, правый для модерации фланг будет более открыт, и через него уже можно будет зайти. Ну, это только мои предположения, я, к сожалению, не опытен в убей админа. Это нужно спросить у наших опытных пользователей, таких как Украина Рулит, Wild Bodyguard, Anonymous, Мидзе Джерри. Эти ребята явно скоро вскроют оборону администрации и получат заветные 10 голдов. Главное не только их получить, но еще и словить. Правда? К сожалению, сегодня я один буду для вас кастить. Пока что напарника не планируется, но возможно, кто знает, ближе к середине ко мне присоединится кто-то из нашей студии. И вот, первый массированный заход, возможно, не первый, но первый, на который я обратил внимание, это точно. Месть за Джерри на Титана Вулкане. При поддержке Украина Рулит и Бодигарда. Потрясающая скоординированная атака. Сейчас попытаются эти ребята разминировать как можно больше минок. К сожалению, танкист 777 на Вулкане. Танкист 777 на Вулкане при поддержке Тасола, Морозный, Бисока. В общем, все его поддержали. Не пустил он супостатов на вражескую базу. Вот Wild Bodyguard, казалось бы, зря сейчас спалился, но Тасол с вертушки не смог попасть по этому игроку, к сожалению, не могу я без улыбки комментировать, поскольку довольно активные игроки общаются со мной в чате. Так что извините, если вдруг вам-то чат не видно, но я все прекрасно вижу. То есть будем наблюдать за этой троицей мы более активно, потому что явно видна какая-то командная работа. Остальные же игроки, что мы можем сказать? Есть две рельса, которые пытаются выкуривать издалека, но это тщетное довольно занятие, потому что модерация обложена аптечками, модерация имеет корпуса М4, а модерация имеет в своем активе огромное количество изи, так что, ребята, бросайте это дело, берите изиды, помогайте ребятам, которые скоординированы, проходить через правый или через левый подъемы. Вот Бисок сейчас зашел в тыл и будет с обратной стороны отстреливать наших нападающих. А профессор Альбус Дамблдор понял, что наверху ему делать нечего. Довольно грамотные игроки стали проходить вдоль стеночки, где углы вертикальной наводки не позволяли пулемету простреливать, собственно, правый для игроков фланг. Поэтому Альбус Дамблдор сделал довольно правильное решение, киберспортивно обоснованное, я бы сказал, и сместился он влево до модерации подъемчик, точнее, влево для модерации проход, чтобы вот эту вот всю троицу, которая скоординированно заходит через правый фланг, быстренько отстреливать.
В очередной... Оу! Я заговорился тут, тем временем Анонимус на фуле прошел через низ, судя по всему, низ мне видно плохо, но каким-то образом... А, все, я понял, каким образом левый фланг для игроков был успешно прорван, и вот уже по респам катаются игроки синей команды, что ж, по-моему, это шикарно, если я не ошибаюсь, в прошлый раз количество смертей у игроков перевалило за 5 сотен, в этот раз уже на 126 смерти ребята смогли выйти на респ администрации. Вот еще по чуть-чуть, и даже Сейд 18 сбил бы рельс у Бесок. Получится хорошо, но, кстати, немножечко отвлечемся, мы от событий пока ничего не происходит. В стане модерации видим мы посола, в каждой трансляции, наверное, я его упоминаю, опытный киберспортсмен, обладатель краски ветеран. Кроме того, Фортуна также является обладательницей краски ветеран. Я вам напомню, что оба этих игрока состояли в GTA и совершенно заслуженно имеют эту краску. Посол в последнее время в GTA и в СНК, ну, во всяком случае, посол состоял в СНК. Мог я поиграть с этим игроком много раз. Посол сейчас ушел более пассивным в плане киберспорта. План, как бы это... как бы это плохо не звучало, стал он модератором, помогает нашей допустной администрации соблюдать, вести порядок в игре. А тем временем две жиги было переодет Титана Вулкан. Сейчас две жиги на респах у модерации нет, к сожалению. К сожалению, опасной атаки пока что не происходит. А, да, вот меня поправляет наш модератор. Точнее, наш оператор Дима55. Говорит мне, что Тасол сейчас является судьей киберспорта. Что ж, тогда погорячился я. Ну, во всяком случае, он не такой активный игрок, как раньше. И там не участвует в турнирах. Он их только судит. И, собственно, его УП говорит о его киберспортивном прошлом довольно хорошо. Идет он 14-1. Не могут игроки пока... Но... Посол, конечно, идет 14-1, но я не заметил, что Биг Танкс, покажись на чем ты, на Смоке, который в одиночку, кстати, держит правый фланг, идет на 42-0. Мне кажется, мы можем объявить небольшой конкурс на лайк, как мы это сделали в прошлый раз. Кто первый убьет Биг Танкса, получит лайк от меня. Ну, или лайк от кого-то другого, или не лайк, а дизлайк. Ну, в общем, что-то да получит, ребята. Так что вот я предлагаю массово начать охоту на Биг Танкса. Что-то слишком вальяжно он себя чувствует на левом от игроков фланге. Все-таки нужно это исправить. Некрасиво, когда игрок имеет больше, чем 2. Так что давайте всех быстренько переубивали. Ну что ж, можем мы наблюдать опять скоординированную атаку. Танки 777, который находится на острие модерации, прервал ее. Зашел он козиком в тыл. К сожалению, Изида это, конечно, потрясающее орудие ближнего боя, но не вровень молоту. Тем более еще Тасол поддержал. Ну да, эта атака также будет отбита. Я, кстати, напомню всем, что модерация имеет М4 вооружение. Так что, тем более, у Зиды было довольно скверные шансы на победу в этом дерби. Что интересно, я заметил мамонта диктатора Шафт, прошу прощения, на фуле, который... Вот, дружище, Ганласт, и раз уж одел Шафт и зашел на вражескую базу, ну не иди ты сразу разминировать, встань куда-нибудь в уголок, постарайся добить битого танка. А то ты просто... Да, то зашел просто и умер на минках. К сожалению, опять я отвлекся на внутриигровой чат. Довольно иронично игроки подметили, что все у нас выше одной бригадирской звезды. Хотя битва создана в том числе и для маленьких званий.
довольно быстро среди игроков обрел популярность данный вид состязания, если это избиение можно назвать состязанием, конечно. Так что уже опытные в данном противостоянии игроки заходят к нам в последнее время. Итак, в очередной раз заход двух изид через левый для модерации фланг. Практически не осталось минок на этом проходе. И в очередной раз танкист 777 мешает этому дуэту зайти и разминировать как можно больше минок. Если шафт или рельсы, или что-то дальнего боя меня слышит, ну, ребята, поддержите изидок. Встаньте на респах, раз уже вы все равно ничего, объективно говоря, не делаете. Видите вы этого? Ну вот, а то как-то не камильфо все-таки. Ребята стараются, чтобы вы потом могли словить гол. А вот теперь, пока танкисты без сок отвлечены, желательно их, конечно, отправить в минус, и Сейду надо бы разрядиться по танкисту. Нет, танкист уже съел аптеку, и вот заслуженно, мы сбили рельсу, все-таки нужно было по фокусу работать. А тем временем, в очередной раз, Автобот онлайн заходит по респам, хочет этот игрок на огнемете, чтобы я запомнил этот ник, и да, это будет первая смерть Биг Танкса. Молодец Автобот, теперь я точно запомню твой ник. Потрясающе сыграл, подождал кулдауна, ну или так, звезды сложились. Подкрался к Биг Танксу сзади. Подобрался к Биг Танксу сзади. Использовал его ОП. Главное еще раз сделать, а то все-таки теперь его ОП появилось, конечно, то есть теперь я, нажав тап, его ни с кем не перепутаю, но нужно сделать это ОП поменьше. Ребята, вам самим не обидно, что какой-то там модератор идет с ОП 50 к 1. А тем временем поступила информация, что максимальный онлайн у нас превысил 300 человек, если конкретнее, то 330. Это значит, что совершенно точно сегодня будет разыгран инвайт на ЗВТ, а возможно и два, но за вторым инвайтом вам придется подождать, потому что, скорее всего, после этой трансляции нас ждет еще одно увлекательное мероприятие, а именно противостояние двух более-менее топовых команд в турнире ТОВ. Я напомню, что это 5 на 5, без ограничений, с фулмарой, будет мясо, так что оставайтесь, ребята, возможно, наша модерация расщедрится, и кроме 10 голдов после убийства Фортуны, а также инвайта на ЗБТ, будет разыгран еще один дополнительный инвайт. Ну что ж, поживем и увидим, загадывать, конечно, раньше времени не стоит. А Джерри тем временем зашел на левый фланг, для игроков, конечно же, левый, сравнительно пусто по модерации на данном отрезке карты, потому что, ну, логично, Фортуна находится все-таки справа от игроков, и приоритет в защите отдается ей. Но если пойдет такие все в таком темпе, то рано или поздно будет прорван правой для модерации фланг, и игроки просто спокойно смогут заезжать наверх и уже сверху бить беззащитную на твинце Фортуну. Я вам напомню, что углы автонаводки твинца не позволяют Фортуне. Скорее всего, насколько я знаю, карту простор бить снизу, там, где она находится, вверх. А тем временем из-за Джерри сделал практически сальдо, незаслуженно упустили мы данный момент. И что ж, пока на карте затишье, не спешат игроки, или модерация не позволяет зайти какой-то массовой атакой, хотя Автобот онлайн и Украина рулит, заходит сейчас. К сожалению, вернувшись к футбольной теме, точнее, затронув футбольную тему, могу я сказать, что Украина не рулит. Не смогла она выйти в плей-офф. Ну, собственно, как и Россия, так что я, как житель города Латвии, могу вам сказать, что, ну, Украина, мир России не зарулили.
Ну, то ли дело Латвия. Вот Латвия, она как бы всегда в топе. Вы, скорее всего, даже не знаете эту страну. Возможно, вы услышали Латвия, о, это, наверное, Вильнюс. Или Латвия, о, это, наверное, Таллин. Но нет, Латвия это маленькая, но гордая страна. Это, я бы сказал, футбольная держава, потому что мы. Ладно, мы даже не попали в группы. Ну, неважно, ребята, зато Латвия сильна в других видах спорта. Например, в BMX. Ну, собственно, BMX это тоже спорт. А тем временем Биг Танкс близок к своей второй смерти. Отлично, месть за Джерри сливают его. Теперь позорно ВУП в виде 50 на 50 на 0 не будет. Биг Танкс крайне раздосадован данной мыслью. Выразил он свою раздосадованность словом «капец» в чате. По-моему, непозволительное выражение для модератора или для помощника модератора. И следует Фортуне как-нибудь на это отреагировать. Давай, Фортуна, если ты меня слышишь, покажи. Давай хотя бы предупреждение, чтобы как бы мы были уверены не в непредвзятости модерации и в отсутствии антибана по блату. А тем временем, возможно, ко мне скоро присоединится второй сокастер, и мой голос не будет надоедать вам бесконечно. Разбавит мне, скорее всего, приятный женский голос Насти Дестини. Как только она будет готова, я думаю, она поздоровается с вами. Ну, а пока придется терпеть. Я напомню, что это был слоган ГТ. Придется терпеть и слушать меня бесконечно. Очередная прореха на правом фланге у модерации. Видно, что профессор Альбус Дамблдор, кстати, пересел на правый фланг. Непонятно, мне правда смена вооружения на шафт. Видимо, пересел он на правый фланг, но пересел лишь для того, чтобы стрелять в поле. Ну, дружище, ты мог и слева стрелять в поле, ты считаешь, особого смысла от этого нету. А тем временем, Nike, незаслуженно не отмеченный нами Nike, на пару с Wild Bodyguard'ом уже добрались до Фортуны. Ей была выдана первая рельса. Да, конечно, Изитки сейчас отлежит ее по-быстренькому, но рельсу была выдана. Это значит, что первый тревожный звоночек для модерации. Пора бы браться за ум. И вот, например, Бесоку не стоять на такой. Не стоять на такой открытой позиции. К сожалению, потерял я нить сообщений в игровом чате, ребята. Если это что-то адресованное мне, то сделайте, пожалуйста, краткое содержание, как это было в детстве, в книжечках, чтобы я мог, не читая весь чат. Потому что я как бы Цезарь, понимаете? Я скрытый Цезарь, и очень трудно. Точнее, очень легко читать чат и говорить одновременно, так что давайте. Просто у вас начнутся комплексы, если я начну читать и разговаривать с вами. А тем временем злой футболист пытался зайти. Действительно, злой футболист, ну, как бы все футболисты и около футболисты, конечно же, будут злыми после провала России, Украины и прочих стран, за которых мы болели. Все футболисты будут злыми. Ну что ж, делать, ребята, в следующий раз получится, я вас верю. А тем временем ко мне все-таки присоединяется Destiny. Привет, Destiny. Всем привет. Наконец-то я подключилась. У нас сейчас очень зрелищный матч. Вот Wild Bodyguard просто в соло залетал на базу модерации. К сожалению, был он отправлен в минус. Ну, совершенно справедливо, конечно, но. Ну, на что ты рассчитывал, дружище, опытный киберспортсмен? Ты скажешь по происходящему на карте, как ты считаешь, при каком убийстве модерации произойдет смерть Фортуны? Ну, то есть сколько Ну, уже модеров скорее будет убийств? всего, будет, наверное, где-то 600, может быть, больше. Ну, что-то как-то не веришь ты в наших игроков. Я готов поставить, что до 400 Да убийств нет, модерации. да уже 289 убийств. Да.
ну как, смотри, как они уже активны. Вот Украина, ник, который нельзя называть, уже врывается прямо на Фортуну. Мог бы, ну, в принципе, этот игрок, как всегда, не доиграл. То есть, по факту, он мог бы скинуть минку наверх, дать немножечко. Ладно, ну, о чем я говорю? В общем, Украина, если ты меня слышишь, ты не доиграл. Ты должен был скинуть наверх, значит, кинуть пару плюшек еще Фортуне, и шафт бы через стену выстрелил, как армяне, и Фортуна бы точно умерла, но, к сожалению, сразу видно неопытных киберспортсменов. То есть, были бы чемпионы, а не Wild Bodyguard, который только что попал в ящик, то... Да, это ладно, тебе оправдываться. Пламена, и бы Фортуна бы полетела, поэтому никак бы не убить. Нет, я больше чем уверен, что до 400 наши игроки справятся, так что... Не оправдывайся передо мной Украиной. Ты мог бы внарить еще одну аптеку, или, например, вот смотри, законтролить ту аптеку, которая была наверху, и только потом... Ну, в общем, не доиграл. Не заливай мне. Ну, смотри, вот игроки все активнее и активнее выходят на базу модерации. Ну, не так уж сильно и активно, в основном они все сидят у себя на базе. Ну, блин, ты как-то слишком негативно относишься к нашим игрокам, ты просто не видела то, что... Черт, слишком активное общение в чате. Даже в чате пишет то, что сам не доиграл. Ну да, черт возьми, я не доиграл во многих эпизодах. Тот матч GTA Olymp, когда мы проиграли на Кунгуре. Возможно, это моя вина, но... Ну я старался, ребят, не обессудьте, то есть я действительно старался. Вот, Gunlast, если ты меня слышишь, и модерация, конечно, поддастся, но не настолько, да чтобы не, дать зачем? Себя убить вас по шафту. Не надо поддаваться. Ну как не надо поддаваться? Ну, вообще так не надо. Не выходи. Да, сними вооружение, все. Ну, давайте, игроки, вы же должны поддержать меня. Вот смотрите, вы же не можете допустить того, чтобы женщина оказалась права, и чтобы мы тут сидели на 600 килов. Давайте быстренько зашли, быстренько изитки одели, убили Фортуну, словили голдики и пошли смотреть ТОВ. А то, чё за беспредел вообще? Я тебе потом расскажу по поводу девушек, окей? Ну, хорошо. Это останется между нами. Да, хорошо, расскажешь мне потом по поводу девушек, но они не априори не правы. То есть вы не можете допустить, чтобы какая-то женщина могла предсказать исход матча, а я не мог предсказать исход матча. Так что давайте быстренько подсобрались. Да, кстати, нам тут отмечают, как наша модерация Twitch канала, так и наши игроки, что 440 танкистов уже. 400. Ну, значит, бодигард меня обманул. Почему то, что у меня вот сейчас Twitch включён на телефон, и я вижу, сколько зрителей сейчас смотрят. Сейчас будет 401, потому что я зайду со второго окна. И, ребятушки, давайте набиваем 500, и будут дополнительные призы. Зовите всех знакомых. Потому что, ну, камон, каждый хочет халявный подарочек от студии операторов. Тем более, что эти подарочки нам ничего не стоят. Их вам просто скинет Фортуна, так что давайте, работаем. Хватит лечить Фортуну, полностью я согласен с игроком Мейс Джерри. Пошли, что-то, я расскажу. Ну смотри, Анонимус уже врывается, но вот, ребята, не надо солировать, вы не киркоровы, то есть давайте. Собрались все вместе, командненько, зашли, потому что, ну... По одному, это что, как бы... Фортуна уже начинает понтоваться, она уже броню не будет кушать. Вот смотри, автобот, он потрясающе демонстрирует свое умение игры, знание карты в сегодняшнем убей админа, который раз он уже один в один на маленьком хорьке протискивается в эту маленькую щельку и начинает жечь Фортуну. Кстати, да. А конкурс на инвайт есть или нет? Это что-то немножко так пропустило. Конечно, есть. Так есть. Что не расходитесь, обязательно разыграем мы инвайтик на ZBT Rank of X.
в конце данного мероприятия, возможно, даже два в конце следующего. И вот месть за Джерри пытается повторить трюк автобота. К сожалению, автобот пытался повторить трюк автобота, но в очередной раз ничего не вышло, так что, ребята, вам нужно зайти в месть, иначе... Или отфокусить для начала изид, потому что, ну, в противном случае у вас вряд ли что-то получится. Огнемет, это, конечно, смотри, классно, но... Сколько... Ну, скоро уже будет 400 убийств, так, скорее всего, я окажусь правой. Ну, подожди, у меня есть еще 50 убийств, и я верю, что не пареньки 50, меня поддержат. Не 50, 49, 43. Ну, как бы, понимаешь, на твоей стороне есть неоспоримые лидеры, это, допустим, Ганласт. Вот, ну, объективно, парень на вас по шафте пытается чего-то добиться. То есть, он, конечно, он играет против меня, 0 на 58, все дела, но под предводительством, под предводительством опытных убей-админщиков, таких как Ник, которые нельзя называть, Wild Bodyguard, Saint18, Anonymous и Медь за Джерри, я думаю, что ребятки сейчас за 40 убийств справятся, и Фортуна да отправится на респ. Ну ладно, даже если не справится. Подождите, даже если не справится. Уже сколько осталось? 34. Даже если не справится, ты сказала 600. Так что у меня еще будет. А, да, ребятки, я вам напомню, что инвайт будет разыгран. Так что пишите все в чатик восклицательный знак invite, иначе, если иначе вы... Если будете судить, я просто дам вам бан, но лучше этого не надо делать. Да, но женщины всегда злые, а я вам просто по-дружески напоминаю, что больше двух раз не пишите. Потому что в противном случае вы просто будете удалены из очереди, из списка игроков, которые претендуют на инвайт за БТ. Ну, все остальные активненько, активненько подключаемся. По одному разу все скинулись, и сразу все будет хорошо. Тем временем неумолимое число смертей игроков приближается к отметке 4 сотни. А ХП фортуны все еще полное. Но зато есть и позитивные новости. Количество мин. Да, количество мин, но катастрофически мало со стороны администрации. Нет уже того изобилия на подходах, на всевозможных бортиках, подъемчиках. Теперь просто игрокам следует зайти и просто, как бы это парадоксально не звучало, убить фортуну. Ну, казалось бы, всего лишь один танк. Ну, да, ладно, 4, но все равно. 12 убийств. Ну ладно, ладно, ты как бы можешь бесконечно напоминать мне, что я не прав, и до 400 они не справятся, но... Рано или поздно-то они справятся. Я тебе напомню, что если они справятся до 450, 400, то я все равно буду прав. Да. Нет, ну как бы смотри, ты же сказал 600. Ну так... Ну, у меня есть еще время, чтобы быть ближе к финальному результату. То есть, конечно, я не могу его предсказать на все 100%, но... Кстати, в прошлый раз я напомню нашим игрокам, что модератор был убит с помощью вулкана, если я не ошибаюсь. Ладно, довольно плохое напоминание, если я сам не помню, с чего был убит модератор. Но, по-моему, то ли на вулкане, то ли на ТНС зашел игрок. Это был даже мистер Жерри, если не ошибаюсь. Который просто зашел и беспомощно фортуну расстрелял. Но в этот раз, судя по всему, фортуна не будет настолько беспомощной. Ее сожгли в прошлый раз, да, к сожалению. К сожалению, я оказался неправ, вы как себе оказались правы. Ну ладно, второй раз не третий, в принципе. Это ну, равно на 33% все. Меньше. Все. Ты не оказался неправ, тоже очевидно. Ну, подожди. Ты тоже еще пока не оказалась права, так что у меня есть еще 100 убийств в запасе. Я сказал до 600. Так что у меня еще и в запасе 190.
Подожди, я как бы спросил тебя, на какой отметке будет убита Фортуна? Ты сказала 600-700. Ну вот, так что... Ладно, все, давай прекратим эти споры. Я вам хочу напомнить, точнее, поделиться с вами радостной вестью, что если вы еще буквально чуть-чуточку поднажмете, если к нам придут чуть-чуть больше игроков на Twitch, а именно если число просмотров достигнет 500, то будет разыграно целых 2 инвайта, что ровно в 2 раза больше, чем мы разыгрывали до этого. Так что давайте, ребят. Так что давайте, ребятушки, 40 человек на стриме, и мы разыграем второй инвайт. А тем временем массированная атака через левый фланг. А, да, 80 человек. Ну, хорошо, хорошо, я понял, что 80. И месть за Джерри, кстати, вот Фортуна на какое-то мгновение перешла с одной позиции на другую, решила она, что ближе к респам будет безопаснее для нее. Довольно забавная синергия у нас получается между фризом и огнеметом. Зашли эти ребята, один поджег, другой подморозил. Кстати, Фортуна дерется, это нечестно, на мой взгляд. Фортуна должна быть пассивной, стоять. Все-таки она же не киберспортсмен, она же мэн, пробил это лишний раз. Кирпич не пробил, и нормально. Ребятки, мне кажется, нам нужно или как-то перестрелять изид, или сначала убрать изид. Потому что при поддержке двух изид в виде Пламенной и Антона будет довольно сложно убить Фортуну. Ну, во всяком случае, что-то мне это подсказывает. Я, конечно, до конца не уверен, но это похоже на правду. Так, смотрим мы за нижним заходом. Сейчас на респу будет выкатываться, насколько я вижу, сразу 3 игрока, вслед за мисс Джерри, там еще 2 игрока идут понизу. Возможно, будет что-то... Мисс Джерри пытается сжечь, но Пламенная пока что на чеку. Довольно трудно убить на чеку, конечно, на изиде это требует особой координации. Но вот если бы Сейд прожал ДДшку и зашел бы вместе с мисс Джерри, то... Боевыми усилиями, возможно, они бы добились успеха, но пока что Фортуна все еще целая. Тем временем Wild Bodyguard и Автобот Онлайн будут заходить на парочку. К сожалению, опытный киберспортсмен не справился с управлением диктатора и при помощи мины промазал. Я все вижу, дружище. Сети не рисует, это точно видно. А тем временем... обижают в чате. Ну, меня постоянно обижают в чате, так что... Я тебе потом скрин скину, если ты поржёшь. Хорошо, но всем хейтерам я сразу скажу, конечно, я всегда прав. Опа, а Фортуна-то была убита за месть за Джерри. Шикарно. 452. Ну, 452, я как бы был ближе. То есть я был прав. А теперь будем наблюдать за 10 сброшенными голдами, ребята. Это должно быть жарко, но это заслуженный приз для Джерри и команды. Итак, давай вести небольшую статистику. Так, 3 голда вижу. 4-й. Три голда-то и я вижу, главное, кто их возьмет. Вот наблюдаем мы огромное столпотворение игроков на подъеме к центру. Первый возьмет Джерри. Ты не вижу пока, чтобы Джерри взял голд. Вот, искал, да. Первый возьмет. Нет, ну, Джерри как бы заслужил этот голд. Все-таки он убил Фортуну, он зашел на огнемете, это был, был его пламя победы, скажем так. Я на него взял второй. Злой футболист отомстил за евро. Все пока справедливо. Nike 5546 также был отмечен. Отмечен он был несколько раз в нашей трансляции, то есть. Молодец, заслужил. И Wild Bodyguard довольно равномерно распределили голды между командой победительницей. Все отличившиеся танкисты получили по заслугам, разве что Ника или Бодигард. Нет, все-таки Найк
и злой футболист оформляют дубль. Мне кажется, было бы справедливо еще один гол Джерри оставить. А, или... Ай, Найк все-таки. Молодец, парень. А, не так он был хорош, конечно, в убийстве администрации, но в голдоловстве он превзошел всех и оформил хэт-трик. К сожалению, на мой взгляд, незаслуженно Джерри не получил второй хотя бы гол. Ну да, на этом у нас все, и сейчас, судя по всему, поправьте меня, если я не прав, а нет, все-таки бодигард оформляет дубль, все. А, поправьте меня, если я не прав, будет сейчас розыгрыш инвайта на ЗБТ, так что кто еще не успел, пишем в чате без восклицательный знак invite.